под небом чужим. Я как гость нежеланный, слышу крик журавлей, улетающих вдаль. Сердце бьется сильней, слышит крик каравана, дорогие края. Трогательные, невычурные, непридуманные из ничего, задевающие сердца, потому что говорят о понятных всем вещах – любви, надежде, отчаянии, страсти. Это наши старые песни. Пронесутся они мимо скорбных распятий, мимо башен церквей и больших городов. Обернуться назад, им раскроют объятия молодая весна и отчизна моя. Те, кто вырос на этих песнях, передали любовь к ним, что называется, по наследству, следующим поколениям. И хотя сегодня мы бесконечно далеки от того поколения, мы любим старый русский шансон. Речь идет, конечно же, не о классическом французском шансоне, а о той музыке, которую принято называть шансоном в нашей стране. Хотя в то или иное время ее называли по-разному – блатной, дворовой, авторской, одесской, ресторанной. Так или иначе, это музыка, которую пел и слушал народ. Люди разные – от грузчиков до профессоров. Ведь я институтка, я гордая мюнхена. Запрещенные, обруганные когда-то песни, конечно же, не звучали с больших профессиональных эстрад. Не звучали они и в камерных салонах. Их пели и слушали лишь в поездах, ресторанах, трактирах и вот в таких чайных. Окунуться в мир музыки в стиле шансон, вернуться на несколько десятков лет назад, вспомнить о дворовом детстве, о первом свидании, послушать любимую музыку своих родителей или просто, совершая исторический экскурс, послушать песни, сопровождающие историю нашей страны. Уникальную возможность предоставили увлеченные и неравнодушные сотрудники и заботливые хозяева музея городского быта, организовав третью, заключительную в этом сезоне творческую встречу из цикла «Зимние вечера», которую не назовешь просто очередным концертом. Скорее, гламурная вечеринка в стиле шансон с историей нашей страны и ностальгией о прошлом. Проведение такого вечера подсказало желание сделать нечто не похожее на предыдущие концерты. На первых двух встречах речь шла о романсах, о музыке классической и бардовской, что очень актуально хмурыми зимними вечерами. А на этот раз тема выбрана более весенняя и озорная, с названием «Когда фонарики качаются ночные». Именно так называлась очень популярная когда-то песня. Мне парни руки целовали, как шальные. За днем досов я пропутила целый год, а мой нахальный смех всегда имел успех. И моя юность раскатилась, как орех, а мой нахальный смех всегда имел успех. И моя юность раскатилась, как орех. Мы постарались охватить вот где-то 130 лет нашей истории. Не официальной истории, не о той, которую вот, пишут, так сказать, а о той, которая была вот в народе. Кроме того, это была не просто творческая встреча, это был бенефис, главным героем которого был непревзойденный в нашем городе исполнитель шансона, поэт, певец, автор и исполнитель песен Владимир Лотоцкий. Бенефис, это громко сказано, это как бы
небольшое музыкально-театрализованное путешествие в прошлое. Каждого, кто пришел сюда, ну, оно свое. Но еще уникален сам феномен живучести этих песен, которые мы исполняли здесь. Не только живучести, но и востребованности их сейчас. Вот. Поэтому это как бы отдушина, взгляд назад и ностальгия. Владимир Лотоцкий – простой русский парень с гитарой, обладающий приятным, чувственным, красивым голосом, обаятельный, разносторонний, очень интересный, глубокий и талантливый человек. И в его песнях тоже присутствуют романтика, грусть, отчаяние. Есть среди них песни, рассказывающие о любви, нежности, разлуке. Ну, это началось с юности еще, вот, наверное, с 78 года, в 13 лет. То есть с классом. Много путешествовали по стране тогда, но я ездил, как правило, не со своим классом, а со старшеклассниками. Если учась в 8 классе, я ездил с 10-классниками. И вот в вагонах там мы встречали, как правило, всегда была, присутствовала гитара, там вот ехали кто-то там, дембеля какие-то, я помню, вот как, ну, они, значит, пели, исполняли песни вот именно такие. И услышав один раз даже вот эту вот там песню, она как-то откладывалась, я запоминал все. А если что-то забывал, то как бы дописывал свое видение этой песни. Поэтому вот, и, наверное, существует много разных вариантов некоторых там песен, ну, до 100 вариантов, как правило. И сейчас вот тоже в исполнении Шульженко, там, Утесова, Вертинского. Потом, в общем, Макаревич также, Андрей, исполнял эти песни. Кто? Шевчук. Вот. Ну, значит, они нужны. Просто без этого нельзя. А для меня они как-то вот, ну, прям близко к сердцу. То есть они, в принципе, такие простые, может быть, немножко такие, как, ну, может быть, смешные, их можно назвать. Но они вот именно почему-то в сердцах людей и в душах остаются очень надолго, они вечные, наверное. Я сама немножко так знакома с вашим творчеством. Почему столько грусти вот в ваших произведениях? То есть вот откуда это? Да, я сам не знаю. Я, в принципе, счастливый человек и считаю себя таким. Но вот грусть, она в одной из моих песен. Вспомню, Вовка, вот песню про любовь, там «Спой про счастье», «Спой про солнце», слышишь? А у меня на сердце не весна, то есть я отвечаю, что у меня дождями плачет осень. И время года выбрала судьба, от судьбы он большего не просит. Вот, значит так, с печатью печали был рожден, и оно присутствует всегда. Я всегда стремился попасть в какую-нибудь группу. Ну, тогда вокально-инструментальный ансамбль при Дворце культуры, значит, в школах были, вот я учился в 4-й школе. Но у меня были проблемы, да и до сих пор, со слухом, в принципе. Mm-hmm. То есть я не окончил, даже не пытался попасть в музыкальную школу, да. И куда бы ни приходил Володя на прослушивание, ему всегда и все отвечали: «У тебя, мальчик, проблемы со слухом». Но он без музыки не мог, поэтому в свои мальчишеские 12 начал писать собственные песни и исполнять их под гитару. Но со мной все равно были всегда проблемы, то есть медведь на ухо наступил конкретно. И все же он пел. Мало того, это были выступления со сцены. Сначала в пионерском лагере, позже в армии. 10 лет пел в хоре при Дворце культуры, пел в хоре церковном. Последние 5 лет Владимир Лотоцкий в составе группы «Старый город» поет в ресторане. Я могу по 10 лет вообще ничего не писать, ни одного стихотворения. А потом вот оно приходит все целиком с музыкой, и я сажусь и пишу. Творчество кого из поэтов вам наиболее близко? Ну, много у меня, в общем-то. Есенин Сергей, это, потом, значит, Высоцкий. Ну, не знаю, и много там, а Владимир Асмолов. Почему вот Есенин? Я вот знаю, что вы даже не просто как бы сравниваете свое творчество с Есениным, но и вообще... Я даже в некоторых стихах, да, как бы, вот, частушки у меня такие, что да. Вот, я представлялся даже, иногда бываю в нетрезвом виде. Вот Сергея Есенина. Да. Угу. Дедушка у меня, он очень-очень любил, постоянно читал его, то есть я с детства был знаком
Он сам из Рязани, тоже из тех мест, откуда Сергей. В нашем Угличе вы достаточно популярный человек, то есть много у вас поклонников и поклонниц. Но мне почему-то кажется, что вы могли бы вот добиться этого и где-то в другом городе, там, таком как Ярославль, Москва. Вот предлагали ли вам работу, уехать? Нет, не предлагали. Ну, я и не хочу никуда уезжать совсем, да, никогда. И не хотел, и не стремился к этому. Ну, просто я как бы, кто-то говорит, что занижена самооценка у меня, но я знаю, что я и кто я. Поэтому я не стремлюсь, в общем-то. Вот здесь, как вот у меня сейчас все получается, как это приниматься кем-то, мне это все достаточно, и я вот этим живу. Ну, а что вот главное, можно так сказать, вот что главное в жизни? То есть кто-то бы ответил, там, семья, родители, дети, там, работа. Ну, очень трудный вопрос. Я, наверное, не смогу ответить. Любовь, да. Это самое-самое главное. Если человек любит там, или любим, или любит, то он вот именно по-настоящему счастлив. И в этом и весь смысл. Сегодня Лотоцкий имеет уже два собственных музыкальных диска, в которые вошли самые лучшие его сочинения, в которых заключена вся биография автора. Кроме того, было выпущено несколько сборников его стихов, которые стали понятны и интересны многим угличанам. Я его вообще-то давно знаю, но мне нравятся и стихи его нравятся, и как он поет, исполняет, очень сердечно и душевно. Он очень самобытный, очень индивидуальный певец, и самое главное, что тот человек, который не только поет, а пишет стихи, это действительно очень глубокая личность. И я знаю его стихи, они действительно трогают душу. Ну, Лотоцкий вообще сегодня бесподобен. Бесподобен. Конечно, я первый раз его слышу. Просто пожелать ему, наверное, творческих успехов дальше. Это хороший парень. И, в общем-то, дай Бог ему счастья в личной жизни, здоровья, чтобы все было у него хорошо. Однако вернемся к концерту. Бенефис Лотоцкого – это не только он сам. Поддержали и приняли активное участие в программе его друзья. Солистка группы «Старый город» и близкий друг Володи Светлана Баруненкова, певец Андрей Павлов, аккомпаниатор Валерий Березкин, танцевальный дуэт Антон Чесных и Евгения Кузнецова и молодой исполнитель, дебютант Андрей Савкин. В перерывах между песнями ведущая вечера Элина Колотилова знакомила присутствующих с историей возникновения того или иного произведения. Всего же в концерте прозвучало более 30 песен разных лет, с конца 19 по начало 21 века. Это атмосфера, это аура, которая здесь царит, в этом доме. Это те хозяева этого дома, те, кто выступает. Ну, у меня просто нет слов. Это чудо. Я отдохнула, я забыла все свои невзгоды, все печали. Ну, у меня нет слов. Я очень рада, что я пришла и привела еще своих друзей сюда. И мне это близко, все близко было. И послевоенные, и 70-е, все. Мне очень интересно было. Концерт очень хороший. Я первый раз была здесь, и, в общем-то, мне очень понравилось. Ну, вы знаете, все. Мне понравились исполнители. Мне понравилась атмосфера, которая здесь царит. Такая вот, ну, какая-то вот, ну, свое, домашнее, наше, наших лет, наших времен. Мне очень понравилось. Самое главное, мне понравилась атмосфера. Ну, шансон, я думаю, любят, можно сказать, все. И я, конечно, очень рада, что у нас вот в нашем городе есть такое место, где можно так вот отдохнуть с друзьями. И кругом все уже чувствуешь себя, что тут единомышленники. Мне вот особенно что вот тронуло, я как-то вспомнила всех своих ушедших из этой жизни родных. Вот мы сидели за столом, когда еще все были живы, пели вот эти песни, которые сегодня прозвучали. Это очень трогательно и очень актуально, мне кажется. Два часа приятной музыки, дорогое сердце у каждого из нас песенной классики прошлых лет. И вот черед финальной песни. Исполняет автор музыки и слов, любимец угличской публики Владимир Лотоцкий. Певец, чьи песни будут слушаться еще много-много лет и не утратит ни своей привлекательности, ни жизненной силы. И когда-нибудь, через 20-30 лет, наши потомки будут узнавать о нас уже по другим песням. Песням, которые рождаются сегодня. Разлюбить, не суметь, позабыть, научи, верить, ждать и терпеть. Подскажи, не молчи. Мысли сердцем гонять, как запиленный диск, и к утру оправдать.
неоправданный риск. Пережить бы эту ночку, дописать бы эти строчки. Не наступит день досрочно, я устал от многоточий, передряги, заморочки, счастье рваные кусочки. А наук так много точных, кто когда поставит точку, кто когда, когда, когда поставить точку.